день! Меня зовут Марина Миша, я художник-иконописец, независимый исследователь индийской культуры, философии и искусства. Сегодня я рада представить вам мою картину. Это восстановленный образ Руру Пашупати, прото-Шивы, и архетипу этого образа более чем 7000 лет. Человечество не стоит на месте, оно совершенствуется, эволюционирует. И у истоков развития человечества, социально-племенного строя, земледелия, собирательства, охоты, скотоводства, декоративно-прикладного искусства и других видов деятельности лежал как раз этот древний архетип. Я постаралась восстановить его по записям копаликов, консультируясь с мастерами. Этот архетип олицетворяет собой мудрость, опыт предков, стремление интегрировать этот опыт в духовное богатство для будущей эволюции. Поэтому он имеет грандиознейшее значение и для развития нынешнего человечества в том числе. Потому скажу прямо, для меня большая честь быть сопричастной этому. Для своих картин я выбрала этот образ и его сакральный символизм для того, чтобы дать возможность человеку современному соприкоснуться со своими корнями, осознать свои глубины, утвердиться в этом основании, вдохновиться на новое свершение и на самосовершенствование.